Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема сегодняшнего занятия ⁇ языковые средства выразительности. Именно они легли в основу задания номер 26 КИМА ЕГЭ по русскому языку. Именно это задание обеспечивает нашим учащимся 4 балла. И мне сегодня хочется предложить вам простой алгоритм, который позволит вам эти 4 балла получить. Обращаю внимание на то, что... Все языковые средства делятся на четыре группы. Тропы. Напомню, что это слова и выражения, употребляющиеся в переносном значении для образности и выразительности речи. Синтаксические средства, лексические средства и стилистические приемы. Это фигуры речи, которые нестандартно строятся и поэтому придают выразительность речи. Для удобства работы с этим заданием таблица нужна неразделенная. Вы сейчас поймете почему. Напомню, что работая с заданием 22 и 25, вы уже прочитали текст и уже его проанализировали. Вашему вниманию в 26 задании предоставляется рецензия на прочитанное произведение. Вопреки всему, предлагаю не читать текст, а обратить внимание на список терминов. В этом и заключается особенность данного алгоритма. Список терминов соотнесите с таблицей, то есть распределите термины по группам. И вы видите, что цитирование – это прием, фразеологизмы – лексическое средство, эпитеты – это троп, Ряды однородных членов предложения – синтаксическое средство выразительности, противопоставление – прием, олицетворение – троп, порцелляция – прием, сравнение – троп и синонимы – лексическое средство. Вот теперь можно обратить свой взгляд на текст. Борис Львович Васильев рассуждает о различиях между довоенным и послевоенными поколениями. Поэтому ведущим становится прием. И здесь нам предлагается определить, какой прием ведущий. У нас их три. Цитирование, противопоставление, порцеляция. Проанализируем предложение из текста и определим, какой прием использует здесь автор. Выделенные слова показывают, что здесь явное противопоставление понятий. Поэтому... Мы нашли первый ответ. Это противопоставление. Читаем дальше. Светлой грустью пронизаны его воспоминания о довоенной юности, описать которую помогает такое синтаксическое средство как. Очень интересный момент получается. Синтаксическое средство у нас одно, и мы бы могли и вписать эту цифру 4. Но не случайно данное предложения, убедимся в том, что мы делаем с вами правильный ответ. Круповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-серого сукна. И мы видим с вами, действительно, это однородные члены предложения. Таким образом, мы зарабатываем еще один верный балл в свою копилочку. Выразить свое отношение к ровесникам, не вернувшимся с войны, помогает лексическое средство. В нашем списке терминов их два. Фразеологизмы – устойчивые обороты речи. И синонимы – слова, имеющие одинаковое лексическое значение. Обратимся к тексту. Фотография поблекла. Края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в вечность, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время. Из 45 человек, закончивших когда-то 7-й Б, до седых волос дожило 19. Выделенные фразы свидетельствуют о том, что это фразеологические обороты. Отошли в вечность, перестали существовать, умерли. До седых волос дожить, дожить до определенного возраста. Таким образом, третий балл нашей копилочки. В данном предложении необходимо найти еще один ответ. А подчеркивает эту боль утраты троп. У нас их три. Эпитет, олицетворение, сравнение. Помним о том, что эпитет – это художественное определение. А олицетворение – это оживление неживого предмета. Сравнение – это прием сопоставления предметов, явлений и понятий по схожести. Обратимся к предложениям текста и выберем нужный вариант. А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила война. По ночам все чаще и чаще слышу всхлипы собственного сердца. Оно уморилось. И мы понимаем, что в этих примерах произошло оживление неживого понятия. Таким образом, мы определили 4 средства и выделили их из предлагаемого списка терминов. А теперь внимание, результат. Ответы 5, 4, 2 и 6 это ваши 4 балла на ЕГЭ по русскому языку. В качестве домашнего задания предлагаю прорешать подобные примеры на сайте FIPI. Придерживайтесь этого алгоритма. Удачи!